Платонов Александр Михайлович, полковник КГБ ФСБ запаса, ветеран боевых действий, дал комментарий по поводу медали лидера ОПГ «Солнцевская» Михася. Криминальный авторитет по погремухе Михась сегодня пытается убрать через своих адвокатов всю информацию из сети интернет о себе, заткнуть всем рты, и Караулова, и Хинштейна, и другим. Умиляют эти попытки. Всем-то не накинешь платок, особенно народу. Михась, насколько знаю, даже доктор юридических наук. Я по сравнению с ним просто отдыхаю. Так всего лишь кандидат. Смеется. Интересно знать тему его докторской. Он представляет себя такого правильного человека, который блюдет законы нашей православной церкви. Кстати, он очень дружен и с видными церковными сановниками. Многие фотографии это подтверждают. Бог, я думаю, разберется с ним. Про медаль. Эта медаль есть и у меня. Я со своей стороны считаю то, что мы, государственная безопасность, должны отмечать такие даты, должны соблюдать преемственность тех сотрудников, которые работают. А то, что такие, как Михась, имеют подобную медаль, в принципе, и за деньги можно ее купить. Поэтому меня это нисколько не смущает. Меня смущает другое. У нас на службе появились закрытые указы, по которым награждаются такие лица, как Кириенко, между прочим, уже Герой России. Но за что и как? Ведь это надо было рисковать жизнью, чтобы такое звание получить. Сердюков, бывший мебельщик и министр обороны. Или 200 человек из администрации президента, награжденные фактически просто так в 96-м орденами мужества, в которых первые слова статуса такие – в условиях совершения подвигов и смертельного риска. Кто среди них и чем рисковал, сидя в офисе или будучи на прислуживающих должностях? Чем они рисковали, я не знаю, но лично моя награда, полученная за Чечню, не умолится. Я ею горжусь.